Всем привет из Канады. Мы с вами сегодня находимся в обувном магазине. Я здесь часто много снимала. Здесь продается обувь как канадская, так и американская, так и всякая разная другая. И давайте посмотрим, что они нам предлагают на весну и лето. Значит, давайте начнем с самых-самых трендовых. Это Chelsea Dr. Martens. И стоят они $220 канадских. Это кожаные ботиночки, белые и вот такие же черные, симпатичные. Мне даже нравится их фасон больше, чем обычные мартинсы, потому что вот этот Челси очень модный и такой трендовый фасон. Вот очень похожие, но намного дешевле. Они стоят $120. Это Стив Мэдден. Вроде бы то же самое, да не то же самое. Я думаю, что, во-первых, они... что они не из натуральной кожи. Такой бюджетный вариант относительно, потому что они тоже стоят $120. Не так уж и бюджетно. Следующий – это ботинки. Очень популярная в Канаде компания Timberland. Наверное, не только в Канаде. Стоят они $150, и они супер легкие. Вот вы знаете, что бы я, да, приобрела, так это вот эти вот ботинки. Они потрясающе легкие при такой вот массивности и при такой вот... подошве, при этом их просто берешь в руку, они как пушинка, серьезно, просто класс. Давайте посмотрим, если они кожаные, сделаны в Бангладеш. Да, кожаный верх, видите, вот этот значок означает кожаный верх, ну это такая замша, перевертыш такой, и вот этот значок их известный, $150, вы знаете, это не так уж и страшно. Может быть, они эстетично не всем подходят, они такие немножко как рабочие бутс, но они такие легкие, это просто супер. Вот по сравнению с этими, даже не сравнить. И следующий Челси, это тоже Стив Мэдден, $90, тоже, скорее всего, не кожаный. Вы знаете, они тоже довольно легкие, не очень тяжелые. Тоже вот здесь вот все такое модно-массивное. И... ну, нормальные ботиночки, нормальная цена. Вот это тоже Стив Мэдден очень похоже. Yes, I'm good, thank you. $110 они стоят. И тоже вот такие вот типичные такие Челси. Это есть такая компания со смешным названием Dirty Laundry. $99, $100 они стоят. Тоже, наверное, не кожаные, но это прям трендовые вот такие ботинки для молодежи. Челси классные, очень симпатичные, мне они очень даже нравятся. Вот еще одни Тимберленды, которые хотела вам показать. Они такие сделаны Челси, они даже в общем в форме Челси, они даже в общем элегантные. Стоят $160. Очень классные ботиночки, мне они очень нравятся, красивый цвет. Все хорошо в них, легкие, удобные. Классные. Осталось две коробки. Между прочим, их здорово раскрутили. Его размера нету. Ну, это тоже стильные ботинки. Chinese Laundry, $90. Ботиночки Челси. Очень симпатичные тоже. Ну, сейчас так модно вот эта вот мода. Следующие красивого очень цвета. Стив Мэдден, $160. Интересно сделано у них резинкой вязаны, такой трикотажный верх, часть верха, кожаные ботинки и очень довольно симпатичный, элегантный, хороший каблучок, тоже почти все раскуплены. Вот такие вот, они как бы сапоги-чулки, тоже очень модные с таким металлической вставкой на носу. Каблучок небольшой, я думаю, что удобный, толстый, квадратный, стоит $90. Здесь, в общем, сделана как такая мягкая поверхность, замочек. Выглядит очень симпатично, и такие же есть черные, даже красивее, потому что на них лучше виден этот металлическая окантовка, квадратный нос. Вот такие вот симпатичные на весну ботиночки стоят $90. Хочу вам показать ботинки, которые я вам показывала зимой. Вот эти вот наши канадские Sorel для зимы. Прекрасная обувь, самая популярная в Канаде. Вот такие вот ботинки. У меня есть целое видео, снятое про зимнюю обувь из Канады. Канадские бренды для зимы холодной.
скользкой и снежной. И вот сейчас, видите, они все, на них есть скидка 50% или вот эти на 40%. То есть они стоили 170-165, сейчас от них половина цены. Но их здорово подраскупили, размеров тоже очень мало. Вот сейчас нужно покупать вот обувь на следующую зиму. Если бы я покупала, я бы покупала сейчас, потому что, видите, они все сейчас со скидкой. Вот такие ботиночки. Вот это очень хорошая компания Sorel, очень известная и очень популярная во всем мире, кстати. Видите, на все 40% скидка. Единственное, что очень мало осталось. Вот эти вообще были почти $200, 40% на них скидка. Единственное, что на них очень-очень мало осталось размеров. Вот видите, вот их коробки, практически ничего нет. Все раскуплено, потому что хорошая скидка. И, конечно, все хотят купить сейчас, чтобы не покупать следующий в начале зимы за полную цену. Даже Акс сейчас на 40% скидка. $250 они стоили. Видите, вот эти высокие классические ботиночки Акс. И тоже вот осталось две коробки. Все разобрано. Они все сейчас на распродаже. И практически все распроданы. 30%, 30%. Ну, в общем, вот Акс вот такие есть. Видите, Акс не только бывают такие замшевые, а вот бывают и вот такие. Эти вообще прям ботиночки-снегурочки. И тоже на них сейчас 30% скидка. Эти вообще были очень дорогие. Они стоили почти 300, практически $300. Сейчас на них тоже 30% скидка. Я думаю, что это натуральный мех, поэтому они такие дорогие, потому что в этих мех искусственный. И тоже, видите, $300 они стоили, осталось две коробки. Вообще обуви мало. Зимнюю, конечно, подраскупили, практически вся ушла. Так, резиновые сапожки. Даже есть АК. Видите, АКС тоже есть, УГИ резиновые. Почем они? По $85. Значит, это совершенно не, так сказать, незаменимый атрибут нашей весенней и осенней моды в Канаде. Так смешно, резиновые сапоги, написано, что они водонепроницаемые. Ну, как бы да, как бы, что бывает по-другому. Бывают водопроницаемые, скажем так, резиновые сапоги. Это очень странно. Но, тем не менее, я не буду на них долго останавливаться. Вот это Hunters, самая известная компания резиновых сапог. Видите, вот такой коротенький розовый сапожок стоит $180 практически. Вот они же черные есть. Дорогие сапоги Hunters и дорогие резиновые сапоги Уги. Но обязательно у нас они присутствуют. Это как бы из дорогих. Я думаю, что здесь еще дальше мы, если походить, то мы найдем и дешевые сапоги резиновые, которые, в принципе, очень такие может купить кто угодно. Это уже вот снова компания Timberland. Видите, они водонепроницаемые, несмотря на то, что вот они сделаны из такого вот, как замш вроде бы, да, но они водонепроницаемые. И поэтому они стоят, ну, не дешево, $160, хотя по нынешним временам это, в общем-то, не такие уж большие деньги. Это очень популярная модель среди молодежи. Дети мои все носят такие, в общем, очень они им нравятся. Доктор Мартинс, оказывается, стал делать и босоножки, вот такие сандали. Вы знаете, они довольно тяжелые. Не знаю, $140 они стоят. Я не могу сказать, что они на ощупь удобные, но вот такие вот аглы шуз, как у нас называется, уродливая обувь. Но, тем не менее, она очень модная и популярная. Тоже Доктор Мартинс. Разной толщины подошва. 280, эти стоят 210, вот такие вот серенькие, симпатичный цвет. Мартинс на меху за 235. Вот такие вот разные мартинсы всех видов и фасонов. Они, опять же повторюсь, в Канаде тоже очень популярная обувь. Это все мартинсы, видите, как их много. Всех видов, всех фасонов, их много продают и очень любят, и очень покупают. Ну и уже, конечно, появилась летняя обувь. Вот смотрите, какие симпатичные босоножки. Это вечная классика. Они, по-моему, никогда не выходят из моды. Какая-то компания Crown Vintage, я не знаю, что это за бренд. $90 они стоят. Видимо, они не кожаные. Хотя очень мягкие, приятные на ощупь. Вот такая танкеточка плетеная. Это такие классические босоножки, которые всегда в моде. Никогда они не выходят из моды. Вот это вот такой вид танкетки.
Ну, у меня есть очень старые, я их покупала очень давно, и они до сих пор у меня живут. Вот эта танкетка, она ничего с ней не происходит, она совершенно не убивает. Такие же есть черные, неубиваемые в моих. Я не знаю насчет этих, честно говоря. Я не знаю, что это за компания. У меня немножко лучше бренд. И у меня они очень много лет. Есть еще такие черные, есть еще такие бежевые. Ну и такие, конечно, вечные, тоже вечная классика. Вот такие вот босоножки. Всего лишь $70 они стоят. Видите, их много. Все размеры, их, видимо, только сейчас завезли. Они из разных цветов. Есть черные, есть коричневые, там еще есть эти такие лакированные, там есть простые, обычные. Но вы знаете, что я вам хочу сказать, что они тоже много лет, вот такие вот можно носить, и они никогда не выйдут из моды. Это не кожа, это кожзам. Но они очень легкие, и каблук, я думаю, удобный, потому что он не очень высокий. И опять же, фасон такой, что он никогда не выйдет из моды. Вот они есть не блестящие, а вот такие матовые. Вот такие цвета очень приятные, очень базовые. Так что, в принципе, вот такого типа вполне можно покупать. И они никогда не выйдут из моды. Это $130. Кстати, тоже вот совершенно такие вне моды. Это компания Naturalizer, известная тоже компания. Их обувь очень удобная. Я думаю, что они кожаные. Нет, не кожаные. Видите? Не кожаные. Но при этом $130, ну, потому что это хорошая компания. Ну, и, в общем, вот такие вот тоже вечная классика. Обычные такие совершенно вне моды босоножки с удобным квадратным каблуком. Очень базовых цветов, черный, бежевый и белый, вот на лето прекрасно, $70. Закрытая пяточка, открытый носок, мне кажется, очень-очень удобные и такие классические босоножки, которые вы можете много лет носить, они никогда не будут... Ну, есть, конечно, очень много вот таких вот удобных шлепанец, босоножек, сандалий. Вот эта компания Skecher за $50, смотрите, смешные, с котиком. Похоже на кроксы, но не кроксы. Смешные очень. Легкие, совсем как кушинки. Это компания Teva. Это, я знаю, что это израильский бренд. Вот здесь есть несколько вариантов. Вот такие вот разноцветные и черные. Teva обычно делает такую пробковую подошву. Я удивляюсь, что здесь такая вот резиновая. Вот компания Sorel. Та же самая компания, которая делает зимнюю обувь. Они делают вот такие вот на лето сандали, удобные, тоже легкие, $144, дорогие. Teva, конечно, дешевле, но это не лучшие сандали Teva. Мне кажется, это какие-то вот с этой вот резинкой внизу, мне как-то это не очень нравится. Мне кажется, это не очень хорошо для ноги, не очень удобно, потеет. Вот обычно они делают вот такого типа, видите, вот такого типа, как биркинштоки. Но это не Teva, это какая-то компания Taxi. $60 они стоят. Кстати, довольно недорогие. И видите, здесь нарисован и значок, что это кожа. Я имею в виду вот нижняя часть. Да, все кожаное. Видите, и верх кожа, и внутри кожа. Так что хорошие вот такие типа биркинштоки, но намного более бюджетные. $60 они стоят. Есть такого же типа, это как босоножки, есть такие же типа шлепанцы, прям вылитые биркинштоки, все сделаны из кожи и стоят в половину от биркинштоковской цены. И Teva раньше делала вот такую вот пробковую эту подошву, а теперь какая-то резиновая. Ну, может, это просто мне какие-то неудачные попались. Я вам хочу, видите, сказать очень много вот этой компании. Я никогда о ней не слышала, но их много вариантов разных. Белые вот есть, такие, сякие, всякие. Skechers такие смешные тоже. Ну, в общем, много есть на лето. Удобные, очень удобные обуви. И, вы знаете, довольно бюджетные, я бы сказала. Заглянула я в клиренс, как всегда. Ну, тут стразы у нас и тапочки в основном. Мой размер 5, 5.5. Я всегда захожу в свой размер, потому что ничего мне ходить в другие. Вот довольно симпатичные сапоги высокие, черные, но, скорее всего, они не кожаные. Я, конечно, не
могла пройти мимо вот такой вот неземной красоты. Это уже остатки с Крисмаса и Нового года. Бетти Джонсон компания. Стоили они $140. И видите, здесь такая система, что цвет стикера соответствует размеру скидки. Так вот, красный стикер – это 60% скидки. Значит, они будут стоить, ну, в общем, порядка $60, что-то такое. Но это недорого, но... Нет, не нужна мне такая обувь, которую я никуда не смогу носить. Хотя, конечно, красивый каблучок, интересный. Вот это уже более интересная вещь. Это уже такие вот Columbia зимние ботинки, которые в нашей канадской действительности более нужны. Видите, какой у них низ, чтобы не скользить. Единственное, что они белые. И стоили они $165. И сейчас на них 40% зеленый стикер. Это 40% скидки. То есть не так уж и дешево, но в принципе уже довольно хорошая цена. Единственное, что они белые. Вот это мне не очень нравится, что они белого цвета. На зиму это как-то не акти. Ой, много тапочек вот таких вот милейших. Зимних всяких симпатичных. То есть вот у нас тапки и вот. Две крайности. Это Timberland. Но, по-моему, они стоят по ошибке, потому что это 9 или 6. А нет, 6. $80 они стоили. И сиреневый стикер это 20% всего лишь на них скидки. Вот такие вот не то тапочки домашние, не то, в принципе, и по улицам их можно ходить. А иногда нужно иметь такую обувь, которую можно и дома, и на улицу, и везде. Симпатичные ботиночки такие, как казаки Стив Мэдден. Замшевые, $190 они стоили, и на них 50% скидка, то есть $100 они будут стоить. Это, конечно, дорого, на мой взгляд, дороговато. Что еще? Вот эти зимние, кстати. Камик, это тоже канадский бренд, тоже хорошие, очень зимние обуви. По-моему, их таки делают в Канаде. Да, видите, вот написано, что они сделаны в Канаде. Они стоили 170, и на них тоже 50% скидка. Вот получается, что за $75 можно сейчас купить. Ой, ну уж очень страшные. Я бы предпочла что-то чуть-чуть более покрасивше и желательно вот такого вот качества, такого типа. Вот это, кстати, симпатичные, хорошие ботинки Сурель. На зиму то, что надо. $170 и на них 40% скидка. Вот над такими я бы подумала, потому что Сурель очень хороший бренд, известный. И вот мне нравится, что они сделаны из ткани, которая такой непромокаемый. Не ткань обычная, а вот именно балония такая, которая есть шанс, что она не промокнет, если вы в ней ввалитесь в снег. Вот прям такие резиновые. Ой, они такие тяжелые. Они внизу резиновые, сверху ткань. Такой у них низ. Что за бренд? $160 они стоят, на них 50% скидка. Это компания, даже не знаю, даже не пойму, что за бренд. Что-то это то, что я не знаю. Вот название, еще они есть. Бокс. Не знаю про них. Ну, в общем, такие вот у нас вещи сейчас на распродаже. Есть немножко зимней обуви. Надо еще мне походить, посмотреть. Потому что я, в принципе, вот ботинки всякие, такие зимние, могу себе покупать. У меня 5 размер, я могу покупать и 6. Зимнюю обувь, если на носок, так вполне нормально. Вот, кстати, Columbia, вот такие же, как там Блебелы, только серые. Видите, написано, что они водонепроницаемые. 6 размер. Мне серые гораздо больше нравятся. И они стоят 165, и на них сейчас 40% скидки, что уже совсем неплохо. Надо подумать над приобретением. У меня есть одна пара, но, знаете, у нас таких ботинок никогда не бывает лишние. Вот эти тоже хорошие ботинки.
это компания Cougar, они тоже, по-моему, делаются в Канаде. Вот эти самое то, вот эти то, что надо. Причем они стоили 129, 130, сейчас 40% на них. То есть очень хорошая цена. Меховые внутри, все не скользит, вода не проходит. Вот это то, что надо, в самый раз. Вот такие вот, может быть, я и бы купила. Примерять их не буду, потому что, ну, они внешне как бы никакой красоты большой они не представляют. Вот это тоже какие-то очень хорошие, замечательные обувь. Водонепроницаемые, $300 они стоили, сейчас на них 50% скидка. Не знаю, как эта компания, мне она неизвестна. Единственное, что вот здесь вот это все, оно, по-моему, не очень хорошо на скользкие снега. Вот такое рифление, оно как раз предотвращает скольжение. А вот это, что-то я не знаю, мне как-то кажется, что это не совсем то, что нужно. Ну, в общем, вот такой обзор я для вас сделала. Обуви. На вот еще такие же, видите, они есть. Они еще есть, можно подождать, может быть, они станут еще немножко дешевле. Вот такой обзор весенней обуви я вам сделала и распродажи зимней обуви, которую вот сейчас, собственно, надо покупать весной, самое время, кроксы, в общем, всякое разное. Видите, у нас или зимние, или на Крисмас, Рождество. Вот тоже очень хорошая Колумбия. Симпатичная обувь. Да. Все, буду с вами прощаться, друзья. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам понравилось. И увидимся в следующем видео. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока-пока. Bye.